Скажем так, я сегодня представляю old school больше. Потому что сейчас остальные ребята читают в new school, а я old school. Отлично. Йоу-йоу! Авторитет, йоу! Иду себя по улице, ни на кого не нарываюсь, толкаюсь в лицо, песочному дню улыбаюсь, пытаюсь пройтись за пилотку, толкаюсь, пытаюсь, и тут бабац, и я уже валяюсь, да что это такое, возмутился мой язык. Меня как будто сразу злой дух проник, я сразу вскочил, нащупал кармане костет. Но мне сразу песку приставили пистолет, дырюка картонный, раз, пиздяй, убирай свою пушку отсюда меня. Если, конечно, не хочешь маслинами ж глаз, давай убивай отсюда прямо сейчас. Эй, ты дубина, убери пистолет, ты знаешь, что мой друг? Мой друг авторитет! Мой друг авторитет. Мой друг авторитет. Мой друг авторитет. Мой друг авторитет. Девушка музычки для разборочки. Йоу, 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 авторитет. И опять вернемся к быкам. Начался новый день, бычья не упалилась. Разбираться видно им с пацанами понравилось. Если бык на сегодня, то бык навсегда. Ну тогда всем быкам сегодня будет пизда. Повернем мы кассеты, безлобные хари мы найдем. Где тусуются эти бычьи тваря, кто будет с оружием на нас выступать. Пулю в затылок и в лесу закопать. Иди сюда, вижу, ты нормальный пацан. Какого с ними будешь, это что-то все пора. С ними не водись, а если будут приставать, надо будет так всем быкам сказать. Эй, ты шмар, спрячь свой пистолет. Ты знаешь, что мы друг мой друг авторитет. И все вместе. Мой друг авторитет. Прям почти как у Макса, хотя мы с ним были тогда еще не знакомы, когда у нас все за ними появились. У меня пост 43 скриптум, а у Макса граф 43. И вообще мы как-то еще не знакомились. После меня читал парень Юра Найти. Он, в принципе, скажем так, только начал.